обобрать, ободрать, пустить по миру ваших родителей. С головушкой-то все в порядке? Судья, ты на документ-то глянь, прежде чем дурацкие-то вопросы передо мной ставить. Ты дурак, что ли, или что? Ты судья, и я вам сейчас буду показывать, каким образом следует действовать при оценке протокола общего собрания. Давайте будем разбираться. Вот они все перед вами. Берите и пользуйтесь. Вы чувствуете, какой я сегодня щедрый? Вот смотрите, вот я вам дал готовый нормативный акт для любых ситуаций при защите своих законных интересов. И щедро делимся своими знаниями. Вот эти нормы права, запоминаем их. Вот они, которые пришли, гадят нам с удовольствием, с похохатыванием, с глумлением. Для того, чтобы вас обобрать и обократь, сожрать, уничтожить его, оставить его без денег, его детей, его родителей. Хитрая такая штучка-дрючка. Вообще ни о чем. А мы-то тут при чем? Мы не признаем этот документ. Если условие не соблюдено, то собрание неправомочно. Нет сведений. Отсутствует. Все остальное не имеет значения. Не имеет заранее установленной силы. Все решения ничтожные, участия не принимали. И нам не нужно больше ничего. Давай мне документы, документов других нет. Хотя бы вот эти данные-то где? Вы с кем собираетесь спорить? С площадью? Тут про площадь про какую-то указано. В этом документе нет собственников. А их нет. Нет ничего. Так свою фамилию написал. Словно бык на лугу поссал. И здесь и признак. Признаки мошенничества, самоуправства, там уголовщина, сплошная уголовщина. Восхищен, в ладошки потные хлопают от счастья. А судья включает дурака, и страна умирает. Загадили всю страну.